Итак. Мир Рафа, блин. От Сансофта. Какой же тут годный саундтрек здесь, а? Да, у меня все-таки, блин, алерт Денешнагетс был не виден. Был, точнее, чат был поверх самого алерта. Мой фейл, да. Но все же. А теперь исправил точно. Ладно. Бабах. Должны заплатить за это, за смерть моего отца. Вот таков был сюжет. Выполнить ту миссию, которым его отец должен выполнить, если не сможет. В общем, вот такая вот игра берет начало истории. Ну, в общем, игрушка довольно-таки, блин, короткая, но почему же такая цена на него очень, скажем так, высокая? Там, по-моему, около... Блин, около 1000. Ну, это 1000 рублей. Так, машинган. Все, Жорик в здании. Игра по Терминатору, но сейчас другой Терминатор, блин, который как, может и хорошей игрой, может и плохой, не знаю. Оружие. Тут редко выпадает хилка, здоровье, очень редкий шанс. Ах ты, блин, а.
Ах ты ж, блин, а. Окей, хотим. Why you did not go to meet Tiamar? I don't know. Because I have the many reasons for that problem. Чтоб тебя. По-моему, ракета, да. А, хуй без суда. А, еще рано, блин, а. Так, стейдж номер 3. Вот здесь музон хорош. Блин, да, и все-таки в этой игре почему так редко выпадает здоровье? Вообще непонятно просто, блин. Ого-го, тихо. Опасно. Черт. Я, по-моему, жизнь. Последний вроде как. Да где здоровье-то, господи? Вот здесь чекпоинт. Это радует. А, стоп, кто мне там, что там? Блин. Будмина, ох, нет. О, ноу, просто о, ноу, блин. Это надолго, особенно часовая башня.
И эти, блин, корявые прыжки, блин. Лазер. Level 1. А вот зачем я прыгнул-то, блин? Сначала уровня. Конечно. У нас еще три конта есть. Окей, good dog. Яндекс ебучий переводчик. Отлично, мне не просто, блин. Но есть еще Google переводчик, так что... Мне все так кажется. Как ж точно попадает, ё-моё. Чертила, блин. Чикатил, блин. Да он уже ушел, походу, блин. Кому писать-то? Сам переведешь, блин. Блин, они хотя бы дают мне хпшек? Видать, нет. Рандом вообще очень жесток. Тут вообще редко дается хп. Можно потанковать.
Где терпение подается? Не знаю. О, четвертый стейдж, предпоследний. О, здрасте. Ты такой тут лежа приехал. Блин, я так и знал, что ты полетишь. Сейчас голова будет, блин, под конец. Ну тебя нахрен. Я лучше издалека постреляю. У меня сейчас в этот момент не прыгал персонаж. Охренеть. О! А вот и хпшка. Ну скольки сие действо? Ну до 12, наверное, но там дальше посмотрим. В зависимости от игр. Пока нормально. Сойдет. Давай, лети! Вот так. О, сейчас неприятное место будет. Ну, говорю ж, блин. Последняя жизнь. Ах ты, блин, тварь какая. Вот теперь мне надо вообще пройти этот уровень, если не хочу начинать сначала. С конта. Тут еще одно сложное место будет. Дайте мне хп. А вот, начинается, наверное. Спасибо, спасибо. Вот главное сейчас вот это кривое место пройти. По-моему. Или нет? А, не, найс, нормально. О, мистер Феном. Здорово. Так, внимательно. Вот сейчас бы надо вот здесь момент вот этот убить. Кирби, да. Уже как давно. Найс. Вообще найс.
Ну, вот здесь можно умереть спокойно, хотя... До какого момента доживу еще? Да, блин, вот... ХП тут, конечно, тратить не айс особо. Сейчас еще вот эти вот ящички, блин. Опс. Здрасте, нет. Ну, у нас еще конт есть, да. По-моему, еще два даже. Ух, ни хрена. Поаккуратнее надо. Вот здесь, блин, эти ящики долбанные. Хорошо, чекпоинт. Вообще огонь, да? Ух, ё-моё. А вот здесь, ладно. Чуть момент не проспал, блин. Фух. Так, вот зачем на меня падает-то, блин? Храню, наверное, пожалуй, оружие себе. Ах ты, тварь. Так-то лучше. Вот и все.
Не был. Когда это я говорю минут 40? Я говорю минут 40 на Райгере. А Рафору только он вообще еще короче. Надо чай себе заварить, вот что. Я думаю, сока, наверное, не осталось уже, блин, совсем. Да, Контрафорс, но перед прохождением Контрафорса не забываем одну хрень провести.